Итак, всем доброго времени суток, ребятки. После серии нас заебашили, блядь, злые андроиды, нахуй. Пишу этим же днем, сейчас будем пробовать. Получается. Загрузить мы нихуя не можем, как я и думал. Ну, попробуем сейчас рошануть, блядь, начало эпизода. Хули уж делать-то. Да, мы здесь появляемся, получается. Западный выход закрыт. Блокировка завершена. Ага. Так, я как понял, что у нас здесь уже собрано все то говнище, которое, блядь... Да ёб твою мать! Я вообще в ахуе. Логика пиздец. Ладно, все. Хорош пиздец, короче. Берем пушку, блядь, идем ебать мозги, потому что мы уже все собрали. Да, у нас здесь нихуя нет. Еще кислотой плюются. Ой, блядь, у меня же огнемет ебаный, точно. Действительно. У меня же ебаный огнемет, который нахуй мне не упал. Зачем-то мне его сунули в начале карты, блядь. Хуета, блядь. Я тебя понял. Да, да, и главное ругайся на них почаще. Тогда точно поможет. Смотри, какая шутка. Толбоёб тупой, сука. Отъехал, сука. А, ты еще жив, блядь. Ёбаный твой рот. Ладно, я все понял. Так, и у нас нахуй это говно. Берем пушку, берем патроны для пушки, открываем нахуй дверь. И съебаем нахуй. Выход открыт. Да, сука. Помним про диктовку и всякие вот нахуй. Да, сука. Нахуй, даблкил просто. Лака, боженька просто ебальники оторвал вам сейчас. Так, пробуем, значит, что получается делать. Ага. То есть вы летаете, не можете меня найти, да, пока я связь не включил или что, блядь. А потом вам разнесет ебальник хищник, ни раньше, ни позже, нахуй. Понятно. Так, сука, все собрал. Да нахуй ничего не надо, блядь, получается. Ни одна тварь тут не выскакивает, пока ты... Нет, выскакивает все-таки, блядь. Ты ж ты заебал. Чисто расширяем, сейчас нахуй не будем тут ничего исследовать, блядь. Да, сука. Мне кажется, если скотина могла бы какая-то вылезть, она бы уже вылезла, блядь. Поэтому вроде бы она ебалась, блядь. Так, у нас тут все безопасно, кроме вот той хуйни, короче, да? Бежим, 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 бежим. И тут у нас... Снова все кроме одного яйца. Ебаного, блядь. Ох ты, тварь. Вот это сейчас... Слышь? Я не припомню, что ты здесь был, блядь. Мелкий черт. Вот это сейчас было, блядь, интересная попытка совокупления, блядь, с лицом, блядь, нахуй, протагониста. Ах ты, сучий маленький потрох пидорастический. Так, ты сдох тут, да? Гандон, блядь. Не все я помню, блядь. Да? Ну давай, 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 давай. Отдай мне нахуй это. Есть сигнал. Вычисляем твое местонахождение. Ага. Говорит тайфун. Сигнал получен. Мы уже идем к тебе. Да-да. Будем пролетать над тобой через 5, 4, 3, 2. Эй, курсант! Пора возвращаться домой! Черт! Мы под обстрелом! Мы под обстрелом! Вот что там за хуйня стоит, я немножко не понимаю. Не вижу стрелка. Кто может по нам стрелять?
блядь, конечно, вы не видите его нахуй, поэтому пролетайте там. Ясно, понятно. Внимание! Да, отлично. На одном движке, конечно, блядь, дотягивать для какой-нибудь залупы, это только, блядь, удел нахуй штурмовиков с далекой-далекой земли, да? Но никак, блядь, не... Сука. Технологичному ебучему дропшипу, который... Вот так, сейчас можно разбиться нахуй. Кстати, прикольная тема, ты, блядь, бежишь, решаешь сократить дорожку, падаешь, подворачиваешь ногу нахуй и охуеваешь от того, что, блядь, тебя никто нахуй оттуда не заберет, короче. Лайфхак, как быстро закончить игру, короче. Если бы тут была такая же система, как в Таркове, например. Ну хотя, если бы тут было так все жестко, как в Таркове, нахуй. Мне кажется, персонаж, блядь, основной отъехал бы после первого попадания в кислоты в ебальник, так что, конечно, лучше не надо, блядь. Я помню, что ты здесь был, черт мелкий. Или тебя переместили туда, блядь. Слышь? Я помню, что он был здесь, когда я сюда заходил. Их поменяли просто местами, нахуй. Да, вот сейчас начнется веселуха, блядь. Борис, блядь. Угомонись, нахуй. Ладно. Выходим нахуй. Ой, блядь, ну... Ну не в три была сразу, блядь. Стараемся выходить хотя бы... Давай. Не надо, блядь, так резко насаживаться, блядь, на все. Как третий отъехал или нет? Ребят, там мозги, ребят. Да, он ебет мозги. Тут у нас это, блядь. Кислотник очень. Ебаный кислотник, блядь. Рот ебал. Это база нахуй. Так, чё там нахуй? Нахуй. Там еще один, да, у нас? Я понял. Я понял тебя. Так, я, по-моему, эти сути будут настенные. Класс ебал. Ух ты, блядь. Мы тут посмотрим, немножко походим, блядь. Да-да. Вы не знаете меня, но у меня есть предложение. Помогите мне, и я приведу вас к вашему. Предложение у тебя есть, блядь, отлично. Меня зовут Катя. Катя? Я работаю... Работала, типа я не с ними нахуй. Мне непременно надо получить данные, которые вы найдете там, в главном здании. А, вот она. Ваша задача найти энергоячейку и подключить все серверы главного здания к сети. Чё, блядь? Епох. Должна быть в одной из маленьких пристроек. Угу. Я почти уверен, что в этой, блядь. И в любой другой тоже. Слышь? В прошлый раз там была тварь. Теперь ее нет. Видимо, чтобы жизнь медом не казалась, блядь. Теперь она в другом месте, нахуй, да? Ставьте энергоячейку в генератор в главном здании. Вот здесь, например.
Да, сука? Да. Оригинальный, блядь, способ, нахуй, вроде бы оставить сложность той же, нахуй, но тем не менее ты не будешь помнить, кто где есть, ты можешь наебаться там где-нибудь, блядь. Ну, в принципе, прикольно, да. Одобряю, блядь. Одобряю, нахуй. Все, пошли. Отнесите энергоячейку в главное здание. Я передала вам координаты. Там вроде было безопасно в прошлый раз. Сейчас я, конечно, не уверен, так это, ну хули делать. Надо как-то резко проходить говно, потому что заебло. Здание подключено. Поднимитесь наверх и подключите сеть. Да, сейчас все будет, бро. Сейчас все будет. Я же, блядь, нахуй тут это. Сучара мелкая, блядь. Это она сидела посередине, вот здесь вот, да? Это нормально. Вполне себе норма, блядь, ебучая. Так. Опа, аптека. Как раз одна нужна после маленького ебучего, блядь, кибермота, который тут, сука. Вот проходишь на скорости, хватаешь всякое такое говно лицом. Ну а как еще проходить не на скорость, спросите вы, блядь, если мы уже один раз проходили и видели все то же самое говно. Ух, размозжарило и что. Соединение. Да, сука. Подсоединилась. Это именно те данные, которые нужны. Угу. Вот оно. Двери открываются. Да, я знаю, блядь. Двери открываются. Он просто исчез нахуй, нет? Я не знаю, что это за существо. Уходите. Да как ты можешь не знать, что это за существо? Ты же работала с ебаным Грилландом, нахуй. Он просто съебался. Вы мне нужны. Закрывай нахуй эти ворота и данные, которые вы помогли мне достать. Я его чисто закосил, он съебался. Карла Бишопа Вейланда, одного из директоров корпорации Вейланд Юталь. Я знала, что он выполняет здесь какие-то секретные задачи, помимо официально заявленных. Лишь недавно я узнала, насколько все серьезно. Впереди какое-то движение. Не буду вас отвлекать. Какое движение? Пожалуйста, где, блядь? Берегите себя. Я вот, например, не наблюдаю впереди пока никакого движения, блядь. Ну ты уже все видела, да? Что там, блядь, движение. Так, здесь у нас, блядь, место с ебаными андроидами, нахуй, да? Пидорастическое, блядь. И тут еще чужие будут, да? По-моему, чужие еще будут, блядь, нет? Да. Где еще? Да, я захуярил его, блядь, точно. Давай. Пошел нахуй. Пиздец, реально без палева сидит. Не, снайпер это вещь пизда, конечно, блядь. Попадать только на, нахуй. Блять, ему что за хуйня светится здесь? Все сидит. Будет, блядь. Так, всех я уебнул, или что там остался где-то? Будем надеяться, что я ни одного сраного, блядь. Так, я понял тебя. Да. В общем, вот такая хуйка. Будем надеяться, что я нигде не пропустил, блядь, ебаные эти гидростические, блядь. Да что ты, блядь. Где? Просто размазал нахуй.
Так вот, что я нигде не пропустил ебаные, блядь, записки, сука. И что я все поднял, все, что надо было поднять, блядь. Давай, детонируй там, сука, и все будет нормально. Так, это были зашкериться, блядь. В прошлый раз отъехали именно из-за того, что было некуда привстать, нахуй. Смотри, их не видно очень далеко-то, блядь. Если так вот сразу будет нормально, да? Выходим, нахуй, туда. Не, давай, давай, выходим, выходим. Блядь! Пиздец, нахуй. Сейчас бы еще отпиздюлиться второй раз, блядь. Это вообще будет говно. Блядь. Просто пиздец. Сдохни, нахуй. Куча урод, блядь. Туннель разрушен. Гандоны, блядь. Сейсмическая активность всегда была нашей главной бедой. Надо пробраться через обломки. Животное ебучее, блядь. Сейчас, блядь, без снайперки никуда, нахуй, блядь. Она через стены пасет, нахуй, каждый раз. Да, сука. Ну, раз она начала пиздеть, то тут вроде бы все должно быть, блядь. Да? Сука. Заебаны. Сейчас активность, блядь. Так, блядь. Аудиодневники, блядь. Джунгли, нахуй. Одна хуерга где-то еще есть. Так что мы должны сначала найти ее, перед тем как спускаться в какую-нибудь конскую подзалупную, блядь, расщелину, нахуй, блядь. Или мы где-то ее проебали, как вы думаете? Так, это распидорашенное что-то, блядь. Сука, вполне может быть, что мы что-то где-то проебали. Блядь, это начало новой карты, сука. 100%, блядь. Блядь, 100% начало новой карты, сука. Так, точно, сука. Ладно, похуй. Хорошо. Мы с вами закончили этот уровень. Может быть, я его добавлю потом плюсом куда-нибудь к следующему уровню, потому что если он, блядь, 10 минут всего идет, то какого и смысл, блядь. Все, всем до следующего раза. Ох, тварь!